По адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что двое злоумышленников проникли в помещение путем взлома пластикового окна. Они похитили два мобильных телефона, нож ручной работы, Wi-Fi-приемник, а также продукты питания, которые употребили на месте. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции, где и признали свою вину. В отношении подозреваемых следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, а сумма причиненного ими ущерба устанавливается.